преддверии предстоящих летних каникул с обучающимися 3-4 классов школы 1191 проведено мероприятие, посвященное вопросам безопасности дорожного движения, в ходе которого были рассмотрены такие актуальные вопросы, как безопасный переход проезжей части дороги, безопасное управление средствами индивидуальной мобильности, куда можно отнести велосипед, самокат, роликовые коньки. Дети проявляют активный интерес в ходе бесед, отвечают на вопросы, задают вопросы. В ходе мероприятия были представлены презентационные материалы, в которых были представлены видеофрагменты с наиболее типичными дорожными и аварийными ситуациями. В ходе бесед нам удалось прийти к верному решению, кто прав, кто виноват. Тем самым дети повысили свой уровень в области безопасности дорожного движения, изучили для себя, может быть, новые правила дорожного движения, что позволит им вести себя на дороге более правильно и избегать каких-либо аварийных ситуаций. Стоит отметить, что соблюдение правил дорожного движения каждым участникам по дороге является важным аспектом обеспечения безопасности дорожного движения.